Просто песня. Я посмотрел на посте свои видео, собственно, снятые на эту камеру с этим самым стандартным китовым объективом. И я такой, блин, ну то есть, типа, а что еще надо? И понимая, что ничего абсолютно не надо. И прямо она снимает кайфово. Она кайфово снимает. Я понимаю, что у меня не выставлено настолько, как в студийке какой-то или там в фотостудии свет. Ну, то есть у меня хороший свет, но тот, который у меня был для фотостудии, он, собственно, я его продал. Вот сейчас я его жду другой, ну, типа более крутой там. Когда он будет еще круче, будет еще 24 миллиметра, это просто имба. Не знаю, я просто в шоке, я в шоке. Почти весь материал, собственно, разгреб, сейчас доделываю. Доделываю некоторые вещи и все. Вдохновился камерой вдвое сильней. Кайфанул. Камера достойна внимания, просто потрясающе. Имба. Подделал немножко канал, все вот эти мелочевку подделал. Кайфую. Рад. Более чем. Просто, видите, надо меньше смотреть видаков. Ну, типа, я уже получил все, что мог получить от, собственно, контента, который выкинут на YouTube. Опять же, американского. Я получил все азы. Теперь мне главное творить. Лучше больше смотреть, там, не знаю, обзорчиков этих капкат. Не обзорчиков, туториал капкаты. Просто что-то-то она все равно там остается. И ты потом, когда начинаешь до этого приходить, ты начинаешь смотреть, ты начинаешь понимать, что там делается, как, что к чему и прочее. Вот такая у меня идея. И, собственно, что? В ближайшее время надо разобраться по доте. Делать нарезки по доте. Фух. Прикольно. Прикольно, интересно это все. Да, мне нравится. Это все. По погодке у нас, скорее всего, будет дождь. Сейчас доготовиться. Пойду поем. Уже, собственно, требует. Сегодня постараюсь дозагрузить весь контент, чтобы у меня не копилось прям много. Не такие большие архивы мне не нужны. Кстати, собираю футажи на флешке. Пока нет у меня SSD, я не купил SSD. Внешний. Просто пользуюсь флешкой. Надеюсь, она меня не подведет. Но если подведет, пофиг. Пересниму материал, это не так критично. Это не заказ какой-то. Но уже собирается свой архив. Я очень этому рад. Как-то так. Ну что, ребята, вот такой видос получился. Спасибо всем, кто смотрит, кто следит за моим творчеством. Это круто. Очень круто.